Самый обычный день, Хесус, как всегда, проспал почти до вечера. Сегодня он хотел запустить стрим и поставил себе будильник на 14.00, чтобы проснуться и все успеть до стрима, сделать все без подписчиков, так и еще и запустить пораньше. Стример все-таки проснулся спустя множество попыток, ему наконец удалось это сделать, и он направился в ванную комнату, взглянув на свое отражение в зеркале, он поморщился и принялся приводить себя в порядок. Настал ваш час, хистишки. Блядь, ну что это нахуй со мной, блядь? О, это мой краш. Сейчас я ему наберу, слышите? Сеньор, вы курите? Нет, я секьюрити. Забавно, да. Я бы смеялся, если бы просто смотрел, как обычное видео. Он мне в Телеграм, что ли, звонит? Алло, привет, Хес. Алло. Здорово, пенсионер. Я тут решил... Пошли погуляем вместе куда-нибудь. Все, поехали. Давай, сейчас я тебя инвайтну тогда, погоди. Подожди, а что, у тебя такой позорный пенис? Тебе, блядь, вообще спереди не видно, что там сзади происходит. Пиздобол хуй. Брею, не брею, блядь, сидит нахуй, кип. Но я же чувствую волоса. Смотри, я сам квартирку нам делал, кстати. Я купил нам этот дом. У нас с тобой 67 тысяч просто уже сразу. Опа! А тут ничего. Все, наверное, предлагаю пойти. Это так темно стало. Потрогай мне член. Бля. Давай, ты туда, а я туда. Может, мы не будем разделяться? Че, боишься, да? Куда идти, я не понимаю, блин, сюда? Обернись. Все нормально. Обернулся, все ок. Блять. Значит, мне на второй этаж. Ой, что-то крипово. Так, не, ну нахуй. Я туда не пойду. Блять, Походу он сдох. Хес! Блять, я не знаю, что делать. Мне страшно очень сильно. Ебать. Не, сюжет 10 из 10, если честно. Для Вова, здорово. С кем ты связался, Хес? Ну, типа, я понял, что назревает конфликт уже по глазам. Я понимал, что, ну, что-то сейчас, короче, это самое, блядь. Я, естественно, хуяк вот так вот, типа. И как в пузо, блядь, Ну все, блядь, убил, походу, ебаный свет. Думал уже скорую вызывать. Но ничего. Блядь, кто это? Оно тут. Оно идет сюда. А ты умеешь выиграть в Clash Royale? Нет. Блядь, тогда не надо. Она исчезла, просто испарилась. Так, погнали к тачке. Тут. Он тут. Тихо. Бля, ну тут будет, если он тут появится, это пиздец, конечно. Ну чё шумит? Давай, Вова, блядь. Беги. Так, ладно, я вниз пойду. Если хочешь, пойдем со мной. Давай, пойдем вниз. Бля, он такой страшный, этот уебан. Так, все, я вылезаю нахуй. Я сиканул немножко. Хесу, здорово! Пизда тебе, уебок! На! Беги! Не-не-не, пизду, я передумал, ребята, пойдем. Пизда вам, шлеф! Вова, я требую диалога. Да иди ты нахуй, блядь! Дед умер, ребят. Ну, умер и умер. Чё бы мне там, блядь? Бля, гениально, нахуй. Дед умер. Ну, умер и умер. Чё бубнить? Во, бля. Ну, найс. Ой, блядь. Лучшее, что я видел. Я согласен полностью. Полностью согласен. Но это мега ржака, слушай.